Я извиняюсь, скажите, пожалуйста, ближайшая открытая столовая в ту сторону? А вот надпись, где телефон. Вот за розами прямо. А, спасибо большое. Так, смотрите, работает столовая. Сейчас я спрошу, если они разрешат поснимать, то мы прямо сейчас в прямом эфире вам сделаем туда обзор. С 1 июля все поменяется кардинально, приедут дети в лагеря, откроются гостевые дома. Мы тоже думали, что с 1 июня так все будет, но потом все изменилось. Смотрим следующий проход на море, он здесь вот находится, тоже никаких сеток, ограничений, значит пляж в Анапе не перекрывают как минимум. Это тоже уже очень хорошо. Так... Здесь можно глядеть, что открылась первая столовая, и она действительно работает. Это прекрасно просто. А вот тут, смотрите, есть даже уже ценники, можно туда особо не заходить, а посмотреть все отсюда с краешки, чтобы людей не смущать. То есть работает с 8 до 20, это вот только что мне подписчики говорили, что здесь кушали. Комплексный обед по первому меню, второе по меню, салат по меню, компот, хлеб. То есть 150 рублей можно покушать, слушайте, это звучит прям вообще так даром. Чебурек с мясом 50, розлив чешская, баварская, кабанчик, это вот все ценники в рублях, и шашлык свинина 100 грамм 90 рублей. Вот такое, смотрите, рассадка, очень много разных столиков, и люди потихонечку работают. То есть я так понимаю, что не очень много блюд, так как... А вот, смотрите, есть полное меню, сейчас мы его тоже разглядим, стоит санитайзер, и можно посмотреть, что почем и сколько стоит. Где мой любимый борщ? Борщ со сметаной 50 рублей. Ребята, это просто даром. Вообще шикарно. Хлеб, кусок, компотик. И можно разглядеть, какие блюда здесь предлагают. Выглядит все очень аппетитно. Картошечка, морковка, рисик. Я бы, честно, даже поел, но пока кушать не хочу. Имеется перчик. Все тоже шикарно. Микрозелень произрастает здесь. Есть сладкие, вот они, чебуреки, которые по 50 рублей, пончики, хлебушек и набор салатиков. Вообще красота. Ну и компотик. Вообще шикарно, ребят. Приходите, питайтесь. Цена просто, просто в удовольствие, не знаю. Немного людей, но люди все-таки есть. Я надеюсь, что это будет полезно кому-нибудь. Родные эфиры из Анапы. Да, наконец-то. Так, смотрите, где находится данная столовая. То есть это в Жикин Акрона называется. Если речка Анапка, то немножечко левее. То есть и все, ребята работают. Надо будет обязательно зайти и попробовать продегустировать их меню. Я просто счастлив, что... Потому что, смотрите, вот справа огромнейшая столовая, она не открылась. Как смотрю, Юр сразу жрать охота. Блин, ну как я счастлив, ребят, вы вот реально не представляете, это же фантастика. Наконец-то работают столы. Смотрите, как дети бегут, радуются, все, в столовую, пора кушать какую-нибудь вкусняшку. Ай, супер.